Добрый вечер. В Ярославле 8 часов вечера, и, как всегда, по средам на Первом Ярославском выходит ток-шоу «Лабиринт». Тему дорог в нашей программе мы неоднократно поднимали. Сегодня подводим итоги дорожных ремонтов 2016 года. Что называется, из первых уст узнаем, когда завершится ремонт и транспортных магистралей Ярославля, как ремонтируют дорожное полотно в других городах региона, какие трассы попали в перечень ремонтированных в следующем году. Ждем также ваших звонков и вопросов по телефону прямого эфира 74-46-36. В числе моих собеседников, готовых вам ответить, представители властей Ярославля, областные муниципальные депутаты, подрядчики, общественники, юристы. Но прежде чем перейти к диалогу, приглашенными коллегами запущу телефонное голосование. Сегодня вопрос звучит так. Есть ли в вашем городе дорога, которую не надо ремонтировать? Если такова имеется, отвечайте «да» и добирайте номер телефона 333-121. Если идеальной и хорошей дороги вы не знаете, звоните 333-122. Ну, собственно, а теперь перейдем к обсуждению заявленной темы. Аналогичный вопрос вам. Вы такую дорогу знаете? Я знаю хорошие дороги в городе Ярославле, и мы к этому стремимся, чтобы в нашем городе были на самом деле максимально качественные, безопасные дороги. Соответственно, тема поставлена достаточно широко. Понятно, что большой объем работ выполнен именно в Ярославле. Какие цифры есть у вас? Какой объем нового дорожного полотна положен? Сколько освоено, может быть, финансовых ресурсов? Какие данные вы можете озвучить? Значит, у нас в этом году порядка 10 километров было запланировано отремонтировать железнодорожную сеть и, соответственно, построить новых. На сегодняшний день порядка 15 объектов полностью завершены. В работе остается это улица Ливаневского, дороги частного сектора, улица Дачная у нас находится в работе, проспект Ленина, улица Урицкого тоже находится в ремонте. Но, к сожалению, ремонтировать по 10 километров дорог в Ярославле это недостаточно. В этом году даже для себя мы ставили цифру 15 километров дорог. И мы все-таки надеемся, что мы к ней подойдем. А если уж делать все с расчетом на будущее и на развитие, то это необходимо порядка 25 километров 40 год ремонтировать и строить для того, чтобы город Ярославль развивался и смог обеспечить транспортной доступностью полностью все слои населения. Понятно. Соответственно, вопрос, который сразу же возникает, почему не удалось успеть те дороги, которые вот сейчас еще не доделаны? Если говорить про проспект Ленина и улицу Урицкого, то это контракты на 2 года. И те объемы, которые было необходимо выполнить в 2016 году, они практически в 2016 году выполнены. Но подрядчики продолжают дальше проводить работы, исходя из погодных условий. Что касается улицы Ливаневского, здесь, к сожалению, мы имеем факт просрочки исполнения условий муниципального контракта. Данный объект должен быть завершен был 15 августа. К сожалению, подрядчик в рамках муниципального контракта условия по срокам не выполнил. Поэтому сейчас он находится практически в стадии завершения. Вот. И улица Дачная. Улица Дачная. Буквально до 15 октября планируем эту улицу завершить. Сейчас уже практически основные работы там выполнены. Мы видим, что там идет подготовка для асфальтировки именно третьей полосы, которая у нас появится, установка освещения. Вот. Ну и, в принципе, уже нанесение разметки. Знаки, разметка. Понятно. А если брать месяц, то это, ну, можете озвучить его, в какой отрезок времени вы закончите? Я думаю, что мы полностью все объекты... Можете в октябрь? В октябре обязательно мы должны все объекты закончить. Вся работа, связанная с асфальтом, должна закончиться вот именно сейчас, в октябре. Потому что мы видим с вами, погодные условия портятся. У нас, возможно, будут в ближайшее время первые заморозки. Официально с 15 октября у нас начинается зимний период по содержанию города Ярославля. Поэтому не допускается работа, особенно с асфальтом, ни в дождь, ни в снег. Соответственно, значит, подрядная организация это знает прекрасно. Практики такой быть не должно. Если, опять же, благодаря в том числе и не равнодушным жителям города Ярославля, вам, журналистам, такие факты будут выявлены, однозначно эти работы приниматься не будут. И будут все это переделывать. Поэтому все работы должны быть закончены в соответствии с ГОСТами, с нормами, и именно сейчас, последний месяц. Понятно. Владимир Владимирович Зубков, да. Депутат муниципалитета. Соответственно, вы сегодня на муниципалитете дорожную тему тоже поднимали. И, насколько я понимаю, речь как раз шла об улице Дачной, той же самой, про улицу Урицкого говорили, про проспект Ленина говорили. Соответственно, можете рассказать про это и поделиться своей оценкой дорожным ремонтом, которые проходили в Ярославле. Добрый вечер, уважаемые ярославцы. Сегодня эта тема стояла достаточно остро. Я очень рад, что здесь подрядчик присутствует. Я надеюсь, он ответит на часть вопросов, которые имеются у нас. Но ставился вопрос о чем? Да, мы понимаем контракт на 2 года. Да, мы прекрасно понимаем, что проспект Ленина делается все по срокам, все более-менее нормально. В этом смысле контракт
17-й год, июль месяц, то есть как бы заканчивается. Все прекрасно понимаем. Но когда срезается асфальт, возникает несколько вопросов. То есть первое, яма, которая, то есть общественный транспорт все-таки ходит, разбивается все. Это первый вопрос. То есть машинам просто не проехать. Даже со скоростью 30 км в час они едут вот от проспекта Октября участок до Советской улицы. Потому что дорога, конечно, надо по технологии снимать асфальт. Но если образовались ямы, мне кажется, здесь подрядчику не больно-то сложно в этой части хотя бы их присыпать, чтобы более-менее можно было проезжать. Мы все это прекрасно понимаем. Поэтому основное количество вопросов, которые поднимали депутаты, то есть общественность в этой части, почему люди, то есть, остаются при ремонтных работах без колес. То есть, ну, потому что ямы, то есть, ну, любой может пройти и проехать, или кто общественным транспортом пользуется, увидеть, что на проспекте Ленина вторая часть, вот этот вот участок как раз, видимо, нам показывают. И третий вопрос, это уже касается всего города, не только проспекта Ленина. Срезки. Вот фреза идет, но почему бы не скруглить-то? Ведь просто, ну, колесо ударяется буквально, там вот разрываются шины, то есть все остальное. Как проезжать на машинах-то? Даже большие машины притормаживают, то есть крупные. А небольшие, основной парк машин, то есть все-таки это не джипы. То есть у нас это понятно, огромная проблема. Можете ответить, да? Пожалуйста. Да, ну, значит, что касается проспекта Ленина и всех работ, которые проводятся на улице Розетки города Ярославля. Наша позиция, она на самом деле абсолютно, как и у всех остальных, если все-таки вы срезервировали, должны укладывать на следующий день, а лучше в этот день, ну, через 2-3 дня. Все, это край, это если, понимаешь, погодные условия. То, что проспект Ленина в таком состоянии сейчас, в зиму, понятно, что это недопустимо однозначно. Подрядчик прекрасно это все понимает, мы потом в дальнейшем спросим, и в том числе его мнение. Я уверен, что однозначно такого быть не должно, что в зиму ни одна срезервированная дорога не должна уходить, потому что мы с вами получим отсутствие дороги весной. Если просто это понимают. Культура проведения ямочного ремонта. Вопрос уже неоднократно поднимался. Да, действительно, к сожалению, почему-то сразу они не могут выставить 2-3 бригады, чтобы срезервировать и выложить асфальт. Надеюсь, эта ситуация она будет исправлена. Прерву вас, потому что есть телефонный звонок. Давайте послушаем первого телезрителя, который нам дозвонился. Здравствуйте, говорите, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Задавайте свой вопрос. Так, в общем, у вас получается, вы говорите о дорогах. Ну, кроме дорог, есть же тротуары. У Дзержинского 27 и 23. Ну, у нас со дня постройки дома у нас нет тротуара. И ходим, нам как администрация объясняла, там теплотрассы, нельзя сделать асфальт, тротуары. Все понятен, понятен вопрос. Спасибо большое, понятен вопрос. Не будем занимать телефонную линию. То есть этот вопрос все-таки, это должна делать городская власть, должны делать управляющие компании, должны делать кто? Кто отвечает за тротуары в этом плане? Все, что касается улично дорожной сети, тротуара, мы, конечно, стараемся восстанавливать, ремонтировать, в том числе и строить новые тротуары. Понятно, что не на всех дорогах они присутствуют. Для нас тоже это очень важно, чтобы у нас безопасность была на максимально высоком уровне, как для всех участников дорожного движения, как для автомобилистов, так и для пешеходов, в том числе для маломобильных групп, потому что они могли спокойно переезжать все перекрестки, в том числе для группы с ограниченными возможностями людей. Над этим работаем, продолжаем работать. К сожалению, у нас есть такие факты, когда застройщики построили дома и не обеспечивают элементарной выход на улицедорожную сеть. То есть в этом направлении тоже сейчас проводится очень серьезная работа. Поэтому говорить о том, что если тротуар разрушен, конечно же, мы ставим его в план. Но мы, вот поймите, пожалуйста, правильно, что у нас на сегодняшний день желания есть большие, чтобы все это отремонтировать, но по финансовым возможностям... Конечно, да, то есть у нас понятно. Вот есть с вами там 100 рублей, а мы должны отремонтировать на миллион. Но это по любой теме сейчас, мне однозначно, кажется, так будет. Да? Будь то дорога, ну, будь то тротуар. Это не говорит о том, что мы, во-первых, не будем этого делать, да, а во-вторых, у нас отсутствует, в том числе и желание это сделать. То есть оно есть, присутствует, и мы надеемся, что в дальнейшем ситуация только будет улучшаться в городе Ярославле.
Понятно. А, понятно, вопрос с тротуарами. Евгений Николаевич Бешков у нас появился в студии. Я попрошу вас взять микрофон. Вот он здесь. Собственно, уж раз начали тему проспекта Ленина, депутат Ярославской областной думы, подрядчик работ на проспекте Ленина, он возглавляет фирму «Румстер», которая отвечает. Евгений Николаевич, ну вот вопросы часто и люди задают. То есть, как идет ремонт, что сделано, почему не делается вторая половина проспекта Ленина? То есть люди просто не понимают, да? Людям нужно объяснить. Вот хотелось бы услышать, собственно, вашу позицию по ходу работы. Ну, позиция была определена с самого начала, то есть желание было наше сделать все в этом году и с хорошим, и с высоким качеством. Значит, прежнее руководство администрации области категорически говорило, что финансироваться ничего не будет, и поэтому, значит, работы были приостановлены. Сегодня, вот из того, что мы имеем, на сегодняшний день фрезеровка была произведена полностью, но я немножко не соглашусь с тем, что дорога стала хуже. Если бы не было фрезеровки, дорога была еще бы хуже, конечно, чем она была. Мы провели ряд ямочного ремонта, на той неделе мы это делали. Лично я, значит, через день проезжаю по этому объекту, смотрю. Значит, мы внимательно сейчас смотрим за пешеходными переходами, чтобы людям было удобно ходить. И, безусловно, в зиму мы не войдем в плохом состоянии. Я хочу одно сказать, что вот... Самая главная наша задача в том, чтобы именно положить, конечно, асфальтобетон. И мы вот по числам, мы каждый день знаем, я хорошо представляю, мы с 15 сентября, вы помните, 15 сентября мы высадились на эту дорогу, хотели укладывать асфальт, буквально с 15 сентября практически ежедневно идут дожди. Поэтому, конечно, работа вот в данном случае приостановлена. Чем еще плохо эта дорога, в каком плане? Есть дорога общего пользования, она продувается ветром, и легко можно буквально на следующий день укладывать асфальт. Но здесь же понятно, что дорога всегда в мокром состоянии. Вот сегодня, сейчас опять идет дождь, планирую какие-то завтра работы делать. Значит, и поэтому какие-то задержки есть. Но хочу вас все-таки заверить, что на зиму мы не оставим эту дорогу в таком состоянии. Безусловно, значит, есть сегодня современные добавки, которые дают возможность при более низких температурах укладывать, будем следить. Значит, если вдруг окажется, что мы не сумеем уложить верхний слой щема, вдруг погода не позволит это делать, то мы нижний слой асфальта и бетона, мы добавляем побольше количества битума, и будет водонасыщение до единиц, практически как верхний слой. Разрушаться нижний слой не будет. Поэтому будут приняты все меры для того, чтобы было горожанам удобно, ну, и ходить, и переходить. Потому что сегодня укладывается плитка. Особое внимание сейчас уделяем именно пешеходным переходам, чтобы было нормально людям ходить. Поэтому надеемся, что будет все хорошо. А если взять первую половину, то там работа в основной своей части уже закончена, можно так говорить. Да, ну, по асфальтобетону видели, по асфальтобетону. Сегодня, на сегодняшний день, значит, там еще много таких сопутствующих работ, например, знаки. Они сегодня все, кстати, закуплены, но их можно ставить более, при более низких температурах. Ограждения, которые отвезли, более половину уже ограждений отвезли, значит, в Тверь, нам оцинковали его, начали уже привозить. Поэтому там еще работы будут, они обязательно будут продолжаться. А еще такой момент, то есть вас принимают всю работу целиком, я сейчас еще, Денис Викторович, уточню, или вы можете частями сдавать работу? Нет, вот работа принимается безусловно целиком. Дальше у нас поэтому объект, в каком сроке будет определен, значит, все будет, светофорные объекты, знаки, озеленение, все будет целиком приниматься, естественно, полным комплексом работы. Насколько все-таки велик шанс, что придется заканчивать уже весной следующего года? Ну, какие-то виды работ могут остаться, например, разметка. В принципе, и глава города уже сказал конкретно, разметку сделайте, значит, во время, не то что во время исполнения, сделайте в обычную покраску, потому что, значит, разметка, которая в соответствии с проектом, сегодня уже качественно сделать невозможно, она отлетит очень быстро. Ну и вот дорогостоящий. Поэтому временно, условно говоря, разметку мы обязательно сделаем. Понятно. Хотели добавить что-то, я так понимаю? Да, хотела уточнить у вас, опять же, по оценкам, да, то есть насколько вам кажется, сможем ли успеть с проспектом Ленина именно в этом году? Вот как вам ситуация изнутри видится, соответственно? Значит, ну, во-первых, Евгений Николаевич дал слово о том, что полностью дорога будет асфальтирована, проспект Ленина, в этом году, это первое. Ну, а мы верим Евгению Николаевичу, вот, значит, это первое, да. Второе, на мой взгляд, такого вопроса даже не стоит. То есть ты задача полностью закрыть асфальтом, вот, но, конечно же, разметка, учитывая, что там пластик, надо носить весной. То есть можно уйти в зиму в краске, сделать так, чтобы понятно было всем водителям, пешеходам, но в дальнейшем весной какие-то работы определенные уже доделать, исходя из погодных условий. То, что сейчас можно заниматься параллельно ограждением, то, что можно параллельно устанавливать плиточное покрытие, все, что связано именно с подготовкой для асфальтировки, это сейчас это все можно делать. Вот, поэтому уверенно можно сказать, что Евгений Николаевич нас подвести не должен, и именно в этом году полностью закрыть
Всем асфальтобетоном. У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте, говорите, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Вот я вам разговаривал, я говорю, насчет автостанции на проспекте Авиаторов. Я вопрос задаю. Понимаете, нет там, скрыться не от чего, на семи ветрах. Хоть бы какой поставили вагончик или где, хоть бы спрятаться можно было. Хорошо, понимаете? Понятен ваш вопрос. Автостанция на проспекте Авиаторов. Я просто вот, это имеется в виду Филина? Нет. Нет, значит, автостанция на проспекте Авиаторов. А, это в районе Космоса, мне подсказывают. Да, Космоса, абсолютно верно. Значит, ну, этот вопрос можно переадресовать областной структуре перевозчиков. Так, это их разработанное кольцо. У нас сейчас кольцо. Нет представителя, поэтому... Да, значит, ну, задача стоит на самом деле, чтобы везде люди могли укрыться от непогоды. Это первый раз. Подождать свой маршрут автобуса, это два. И обязательно, чтобы данные участки, остановки, они были в том числе максимально комфортные, безопасные. Вот, даже взгляды на это свои. Поэтому понятно. Будем надеяться, что так все будет. Еще один вопрос, Евгений Николаевич, вам, наверное, задам. После того, как с зрителями пообщались. Где сложнее работать, в Ярославле или в Рыбинске? Вот вы поработали и там, и там. Вот мне вот, честно, хочется услышать вот, ваш взгляд, как человека опытного, как подрядчика, да который нет, работал там. Я думаю, сложность везде одинаковая. Везде одни и те же вопросы возникают. Поэтому о чем можно говорить? Везде одинаково. И еще одна тема. Себестоимость работ. Насколько этот вопрос влияет на сроки, скажем, на те же самые? Нет, себестоимость никакого отношения к срокам никакого отношения не имеет, поэтому все в установленном порядке, работаем, здесь никаких вопросов нет. Понятно, спасибо. Если его не трудно, передайте, пожалуйста, Максиму микрофон. Вы как общественный активист, к вам вопрос, Максим Никоненко. С вашей точки зрения, вот как идут ремонты в Ярославле, в области в этом году? Добрый день, уважаемые друзья, коллеги, депутаты областные, подрядчики. А мое мнение какое? Значит, по сравнению с прошлыми годами ситуация значительно улучшается. Значительно улучшается, и просто, так сказать, и мы подключаемся, где можем, и обратная связь установлена уже и со времен прошлой городской власти. Слава богу, и депутаты муниципалитета, и областные депутаты, значит, присутствуют и в социальных сетях, и вот в таком общении, да, вот на улице встретишь даже знакомых, так сказать, мы общаемся, и вполне нормально помогают. Подключаются к решению острых вопросов. Вот. На что хотелось бы обратить внимание? Да? Вот какие, например, еще проблемы есть? Понятно, что группа говорит, что они решены. Значит, проблемы есть. Все-таки где надо еще работать? Значит, контроль за исполнением подрядчиков, за работой подрядчиков. Это больное место, потому что, например, нарушается технология, не укладывается, значит, определенными слоями, приезжает машина асфальта, высыпается все целиком, никакого утрамбовывания, которое положено по ГОСТу, нету. Много других нарушений. Еще вторая проблема, большая, острая, это, значит, несогласованность действий, значит, городских организаций, это водоканал, пример приведу, когда люки вскрываются, какие работы производятся уже на отремонтированной дороге. Получается, что опять, значит, нарушение, опять бесконечная трата вас, средств. Тему люков тоже, на самом деле, хотел затронуть, сейчас чуть-чуть к вам вернемся. У нас рядом с вами сидит Людмила, она, собственно, тоже вот этой проблематикой занималась, насколько я понимаю. Это реально сложно, вот, бывает, определить, да, вот где соответственно, ответственность как бы те, кто проводит работы, вот, собственно, там, водоканал или там связисты, или там дорожники должны за это отвечать? Здесь на самом деле проблема не в том, чтобы определить зону ответственности, а проблема в том, что зона ответственности разграничивается неверно, неправильно, по совести неправильно. Потому что происходит что? Мэрия, город ремонтируют дороги, сетевики дороги ломают, люки свои там демонтируют, приводят в надлежащее состояние, но разрушают асфальтобетонное покрытие. И никакого контроля за тем, чтобы данное как бы нарушение было устранено, нет. И зоны ответственности у них нет. Вот я знаю, что в марте были слушания публичные по вопросу внесения изменений в правила благоустройства города Ярославля. Вот с Денисом Викторовичем мы разговаривали на эту тему, о том, чтобы ввести все-таки в правила зону ответственности 1 метр от смотрового колодца, от там,
от ливневки, чтобы, соответственно, сетевики после того, как разрушат дорогу, чтобы они ее привели в надлежащее состояние. А то, что происходит? Они разрушат, щебнем там аккуратненько засыплют, щебень этот у нас благополучно оттуда выбьется под воздействием транспортных средств, а какой-нибудь автовладелец попадает вот в этот проем, портит свое транспортное средство, а ущерб возмещать вынуждена мэрия города Ярославля. Хотя это неправильно. Так вы в итоге внесли такие изменения? Да, действительно, были внесены изменения правил благоустройства, 306-е постановление, была прописана ответственность у собственников колодцев, которые находятся на железнодорожной сети, прописали зону ответственности вокруг метра. Обязательно. Абсолютно я согласен с тем, что у нас, к сожалению, еще пока все собственники ненадлежащим образом содержат свои колодцы. Должен быть рычаг. Сейчас активно этим вопросом занимаемся. И мы все-таки надеемся, что с мертвой точки, благодаря вот и поддержке общественности, и сами же на это очень бдительное внимание обращаем, будем все это устранять. Это касается и провалов, которые у нас появляются на дорогах, и, к сожалению, сетевые организации не всегда оперативно реагируют. Вот часто работа проводится именно в жестком порядке. Есть уже механизмы воздействия, и дальше будут продолжаться. То есть я думаю, понятно, что понятно. У нас есть еще один ситуация звонок. Будет меняться. Извините, опять, что перебиваю, Денис Викторович. Здравствуйте, говорите, вы в прямом эфире. Задавайте свой вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос по пригородным дорогам, которая вот идет, например, с Калинина на Костромское шоссе. А в чем суть вопроса? То есть она дорога не ремонтируется? Дорога в плохом состоянии, года 4 уже не ремонтировалась. Почему и понятно, вообще кто ответственный за данную дорогу? Спасибо, является? Понятен ваш вопрос. Я понимаю, о какой участке дороги идет речь. Действительно, у нас появился участок автомобильной дороги. Это дорога от окружной дороги, выезд на Иваново до улицы Калинина. Данная территория раньше входила в Ярославский район. После изменения границ города Ярославля у нас появилась территория, на ней появилось направление. К сожалению, нам Ярославский район, никакие документы о том, что это объект является железнодорожной сетью, дорогой какой-то категории 1, 2 или 3, нам не передали. Значит, однозначно дорога должна ремонтироваться, мы ее хотим на следующий год включить, и в следующем году ее отремонтировать. Сейчас мы будем ее поддерживать, проводить ямочный ремонт, но в дальнейшем, конечно, надо ремонтировать. Ее на самом деле надо сделать, по сути, отремонтировать так, чтобы там появилось у нас и освещение для тех людей, кто ходит в гаражи. У нас там справа и слева гаражи. Тротуар обязательно, который позволит отделить пешеходную зону, автомобильную зону. Ну, ремонт автомобильной дороги. То есть не просто ямочным латать, а на самом деле ремонтировать надо дорогу. Понятно, понятно. Не только о Ярославле хотелось бы поговорить. Собственно, присутствует у нас здесь депутат из Ростова. Алексею Павасину хотела слово передать. Алексей, как у вас с ремонтами дорожными в этом году? Как вы оцените ситуацию в Ростове-Великом? Добрый вечер. В Ростове ситуация, как везде, дорог нет. Также я думаю, что здесь проблематика не в подрядчике, не в заказчике, а проблематика больше в нашем законодательстве. Да? В чем проблематика? Во-первых, сначала идет система закупок. Туда выходят люди, подрядные организации, которые максимально падают. Они не могут обеспечить свои полностью обязательства. Это одна из первых причин. Вторая причина – это качество. Качество, которое принимают работы. Те подрядчики, которые выполняют те работы, они идут на разные механизации, да, чтобы... Ну, я понял смысл, да, то есть если они в цене упали, соответственно, им нужно каким-то образом сократить издержки. Да, но заказчик от этого не может никак отследить. Вот в чем дело. Не только система контроля качества, да, там вырубки и все остальное, но и основания. Основания бывают то, что готовят очень неграмотно. Там, когда обмежается песок с щебнем, да, и это начинают заказчики как-то принимать, сдавать и все остальное. Вот. В Ростове и в России это везде одна и та же проблематика. Вот. И из нее... только нужно контролем качества выходить. Если отвечать на вопрос программы, все-таки вот в том же Ростове есть дорога, которая, в принципе, вы бы назвали ее хорошей, так скажем, не требующей ремонта? Я думаю, нет таких. А самая тяжелая дорога вот в райцентре?
с вашей точки зрения, которую вот, которая требует вот прям немедленного ремонта и немедленного выхода туда дорожных служб? Ну, это сейчас улица Спартаковская в городе Ростове, которая, она основная проходная, но она тоже уже в полном негодном состоянии. А вы вот на своем уровне депутатском, именно в Ростове, на что можете повлиять? У вас есть ли какое-то, соответственно, как-то распределение средств дорожного фонда, как ведется именно в вашем городе, в вашем районе? Ну, допустим, сейчас повлияли на обустройство область к юбилею, к этой программе, да? Обустроили там Спартаковскую улицу, которая она вошла. Мы смогли как бы это сделать. Понятно. А, ну вот рядом с вами областной депутат уже сидит, соответственно, ему микрофон, если можно, тоже попрошу передать, Михаил Королев. А вы так как-то мотали головой, то есть у вас есть какие-то возражения на слова муниципального коллеги в данном случае? Добрый вечер, уважаемые телезрители. Не скажу, что возражения. Вот. Если говорить вообще о планах, да, ремонта дорог, надо начать с количества наших дорог, которые у нас существуют. У нас порядка 18 тысяч километров в области дорог различной категорийности. 6 тысяч километров дорог у нас регионального, и порядка 11 тысяч – это дороги муниципальные. Я бы хотел, наверное, может быть, добавить вопросу, который был по телефону. Вот отвлекусь на остановочные комплексы. Вот Денис Викторович ответил, но я добавлю, что у нас существует программа транспортного обслуживания населения, как раз остановочными комплексами департамент транспорта области и занимается. Я обязательно сейчас на это обратим внимание, вот, и данный комплекс попробуем включить в эту программу. То, что касается ремонта дорог. Вот. Дорожный фонд, как бы мы ни говорили, он у нас очень скудный. И вот если брать 2013 год по годам, 2014, 2015, 2016 и 2017 год, да, у нас есть уже прогноз, у нас постоянно идет уменьшение дорожного фонда. Отсюда вопрос. Если не дают денег, как мы можем, как говорится, привести наши дороги в нормативное состояние? Для того, чтобы привести наши дороги в нормативное состояние, на сегодняшнюю оценку, да, нам надо порядка 25 миллиардов. Дорожный фонд у нас составляет... 2016 год был порядка 5 миллиардов 200, итог, да, получился факт. Сейчас прогнозный план у нас это 3 миллиарда 880 миллионов. Конечно же, с такими цифрами мы далеко не уйдем, если говорить откровенно, и нам будет тяжело наши дороги привести в нормативное состояние. Но для этого многое и делается. И наш комитет, который работает при областной думе по дорожному хозяйству, неоднократно уже выходил с инициативой именно по наполнению дорожного фонда. Здесь существует несколько способов. Извините, прерву вас, потому что телезритель у нас сейчас дозвонился в прямой эфир. Давайте послушаем. Здравствуйте, говорите, вы в прямом эфире, задавайте свой вопрос. Здравствуйте. Меня зовут Зинаида Васильевна. Я звоню вам из Заволжского района. Наша дорога по маршруту автобуса 22С. Это от Красной площади до университета. Вот как раз по этой университетской улице вся разбита. Одни ямы и ухабы. Особенно безобразная дорога – конечной остановки. Ямы с каждым днем все больше, поскольку машины, сляпины, идут сплошным потоком и утром, и вечером. И разбивают дорогу. Мне бы хотелось узнать, можно ли сделать хотя бы ямочный ремонт в этом году? Или зимой нашему автобусу 22С придется ездить по ямам и обочинам дороги, тем самым ломая автобус? Спасибо, который... спасибо. Понятен ваш вопрос, понятно негодование, в общем-то, вообще, ну, сможете ответить, что-то, может быть, пообещать? Нет, обещать не надо, надо всегда, наверное, доказывать работой. Вот, значит, а для понимания, у нас 456 километров дорог ненормативные, которые имеют выбоины, ямы, то есть больше 60% дорог города Ярославля ненормативные. Я там понимаю, что там еще одна проблема, по улице... что очень часто, извините, что перебиваю, что очень часто там объезжают вот эти пробки, которые на дачной, просто там недалеко живут. Да, значит, это первое, да. Второе, ямочным ремонтом мы сейчас потихонечку должны перейти уже на другую смесь, на литой асфальтобетон, который можно использовать при температурах от минус 5, вот это первое, и второе, которое активно используется не только при сательных температурах, но и в зимний период времени. То есть сейчас закрывать ямочный ремонт тем асфальтом, которым мы обычно привыкли работать летом, ну, уже в большом количестве не получится. Конечно же, эту улицу я пометил, давать обещание, что именно сейчас мы выйдем и ее отремонтируем, к сожалению, я не могу.
Вот. Но то, что нам, опять же повторюсь, нужно приводить железнодорожную сеть в нормальное состояние, это все мы знаем. И вот областные депутаты нас уже поддерживают, и хочу продолжить тему финансирования дорожного фонда в том числе, что неоднократно уже в том числе при поддержке депутатов муниципалитета, областных депутатов, давали предложение в областную думу о перераспределении дорожного фонда. У нас в Ярославле проживает порядка 48% жителей всей области, официально зарегистрированных. Часть еще жителей области приезжают сюда учиться, это высшая школа, профтехобразование. Ну, вот, понятно, просто да. Приезжают в школу, на работу приезжают, выходные дни посещают. То есть нагрузка на улично-дорожную сеть города Ярославля, она очень высокая. Вот вы спрашиваете, хорошие дороги? Да они есть. Фрунзе, Московский, Большая Октябрьская, еще ряд других дорог, которые можно назвать, если что они на цифры, очень хорошие. 13% вот, видимо, их и называют. Последние вот. Данные были такие. Это первое, да. И второе, все-таки Ярославль – это столица Золотого кольца. Это город, он на самом деле только областной. Город, он, наверное, всероссийский, в России исторический. Красивый город, привлекательный город. Он привлекательный абсолютно для всех, не только для ярославцев, которые здесь проживают, которые гуляют здесь. Он для всех привлекательный. То есть если мы все-таки хотим сделать жемчужинку Золотого кольца, то это мы должны делать совместно с областными депутатами. Нет, с федеральными. С федеральными депутатами. Еще один звоночек у нас есть. Здравствуйте, говорите, вы в прямом эфире. А, добрый вечер. Здравствуйте. Я вот хотел бы узнать по поводу улицы Гагарина в районе промзоны. Там дорога очень безобразна, и люди едут на работу и с работы по московскому. Спасибо. Гагарина промзона. И, наверное, имеется в виду участок от второй проходной. Потому что мы часть улицы Гагарина отремонтировали, в том числе и промзону ремонтировали. Это где Кровавый перекресток был, угу. И в сторону шестой проходной. Скорее всего, речь идет о второй проходной и до границ города Ярославля. Она действительно у нас стоит в планах. Действительно, что планируем в ближайшие годы ее отремонтировать. Проблему мы эту знаем. Но опять же, вот все упираемся в том, что у нас планы есть. Денег нет. Желание на самом деле есть. И все-таки мы надеемся, что при поддержке областных депутатов... Ясно. Ну, продолжаем мы ток-шоу «Лабиринт», продолжаем обсуждать дорожный ремонт в Ярославле в этом году. Немножко поговорим еще, конечно же, про год следующий. Поменялись у меня гости рядом со мной. Это депутаты областной думы Евгений Злишков, Михаил Королев. И, насколько я понимаю, Михаил хотел добавить по поводу улицы Гагарина. Ему есть что сказать. Пожалуйста. Да, то, что касается улицы Гагарина, я, наверное, хотел Денису Викторовичу помочь. Наоборот, был сделан у нас участок в прошлом году от второй проходной до третьей проходной завода НПЗ, а проблемный участок у нас остался от кружной дороги как раз до Кровавого перекрестка, как было сказано. Но данные работы и есть в плане. Данную улицу надо заканчивать с ремонтом, поэтому я здесь... Понятно. Тему, которую мы начали, собственно, обсуждать, это средства областного дорожного фонда и их использование. Насколько я понимаю, эту тему обсуждали накануне, вчера, во вторник, на комитете Ярославской областной думы. Евгений Николаевич, может быть, скажете что-то, да, то есть как прошло обсуждение, какие самые острые темы есть вот в этом вопросе? Ну, я могу сказать вам одно, что вот на протяжении, сколько мы сегодня областные депутаты, вот этого созыва, значит, постоянно и очень остро, и всегда говорят о проблеме о дорогах, на самом деле практически ничего не меняется. Абсолютно. Потому что мы поднимали вопросы об штрафах на дорожный фонд, больше почти миллиард собирается, однако же сказали нет. Значит, в этом году, вот конкретный пример, в этом году ведь буквально только в июле стали финансировать субсидии, только в июле. Все дорожники, которые работали, надеются, все работают, зарплата и так далее и тому подобное, надеются получать деньги, однако же субсидии пошли очень поздно. И даже вот один из моментов по проспекту Ленина, они шли очень поздно, эти субсидии, которые по областному бюджету. Поэтому проблема существует сегодня, мне кажется, здесь должна быть только политическая воля губернатора. Вот будет политическая воля губернатора решить дорогу, вопрос проблемы с дорог, тогда это будет решаться. А все остальное, что мы, депутаты областной думы, мы поднимаем вопрос, мы их регулярно поднимаем. И действительно вопросы поднимали о том, что для того, чтобы в нормативном содержании содержать дороги, нужно 20 миллиардов ежегодно. И только на содержании дорог. Мы не говорим о новом строительстве ни грамма. Поэтому все, что сегодня есть, это абсолютно слезы.
Но, с другой стороны, уже звучат заявления как раз именно от новой администрации о том, что 500 миллионов будет выделено федеральных средств только Ярославлю. То есть, все-таки я так понимаю, что подвижки, вот именно, как вы говорите, политическая воля, она уже видна. Я вот здесь, я, конечно, уверен, приход нового губернатора, конечно, это поддержит его, естественно, президент Российской Федерации. Поэтому я уверен здесь, конечно, мы обязательно дорожными делами делать сдвинемся. Не за счет областного бюджета, потому что областной бюджет сегодня очень скудный. Значит, а именно за счет федеральных средств. Я уверен, что действительно этот вопрос снимется. По дорожному фонду есть что добавить? Да, конечно, есть. Хотел бы, наверное, в продолжение рассказать именно, что у нас большие объекты, такие как проспект Ленина, да, который Евгений Николаевич сейчас делает, это субсидийный объект. И 20% денег выделяет городской бюджет, 80% это областной бюджет. Область также намерена такие вот крупные проекты, сейчас мы будем говорить о Карабулинской развязке, также включать в проекты субсидирования. То, что касается 500 миллионов, которых вы сейчас озвучили, то да, временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Юрьевич Миронов дал такое поручение. И сейчас оформили заявку в Минтранс, именно город Ярославль, для участия в гранте на содержание дорог. И мы надеемся, помимо нас участвуют еще 18 городов, что город Ярославль все-таки выиграет этот грант, и это дополнительные деньги именно будут направлены городу Ярославлю на поддержание дорожной сети. Понятно, перебью вас, извините, потому что есть у нас еще один звонок. Здравствуйте, говорите, вы прям... Ой, извините, говорят мне, что не дождался телезритель. То, что говорить, если продолжить тему дорожного фонда, да, что я уже начал говорить с места, что он у нас все-таки, как бы мы ни старались, но с 2013 года падает, но все-таки сейчас подвижки есть. И власть предыдущая, и нынешняя власть уже встречались, уже неоднократно проводили два комитета, и нас услышали. И вот уже Евгений Николаевич сказал про штрафы. Мы данный вопрос уже включили на рассмотрение в следующий комитет. Это однозначно вопрос будет подниматься, потому что даже Владимир Владимирович Путин сказал, что деньги, которые поступают от штрафов, должны направляться в дорожный фонд. Это именно деньги на безопасность дорожного движения. Поэтому этот вопрос однозначно будет поднят. Также уже на протяжении 2 лет нашим комитетом поднимается вопрос о постах весового контроля. Мы сами с вами видим абсолютную бесконтрольность, наверное, перемещение больших машин. Ну да, тема запустить их вне города присутствует. Либо запустить их вне города, либо пускай они за то, что они разрушают наше дорожное полотно, они естественно, платят бюджету деньги. Бюджету этого региона, да. В котором... А на сегодняшний момент у нас с весовым контролем очень плохая ситуация. У нас всего лишь один пост весового контроля более-менее соответствует нормам. Это пост Гаврилов-Ямский. Если мы сможем запустить хотя бы 3 поста восстановить, это по Рыбинской дороге, по Гаврилов-Ямской дороге и пост в Угличе, то планируем собираемость именно за перемещение грузовых машин порядка 300 миллионов дополнительно в бюджет, именно в дорожный фонд. Здесь уже деньги пойдут непосредственно в бюджет дорожного фонда, и это также будет направлено, естественно, на содержание наших Понятно. Дорог. Перебью еще раз, все-таки есть у нас звоночек. Давайте послушаем телезрителя. Здравствуйте, говорите, вы в прямом эфире. Добрый вечер. Я хотела бы задать вопрос Денису Викторовичу. От Сахарова до Университетской засыпали дорогу крошкой. Она вся выбита, пройти невозможно, проехать колеса теряем. Дети ходят без освещения. Понятен ваш вопрос. Соответственно, от Университетской мы плавно переходим к улице Сахара. Вот микрофон, Денис Викторович, пожалуйста. Речь идет об участке улицы Красноборская от Сахара до улицы Университетской. Uh-huh. В этом году действительно мы крошкой с улицы Дачной отсыпали полностью данный объект, данный участок дороги. Сейчас готовим аукцион по проектированию на ремонт данного объекта. То есть, ну и будем стараться его запустить. То есть проблему мы знаем, решили эту проблему пока отсыпав. Uh-huh. Грейдируем, в ближайшее время грейдируем, выровняем. Понятно, спасибо. В общем-то, мы поговорили про
новую команду губернатора. Соответственно, у нас в Ярославле команда сейчас обновляется. Владимир Владимирович, наверное, к вам вопрос задам. Микрофончик возьмите, пожалуйста. Какие ожидания от прихода Владимира Слепцова в Ярославль? Ну, Владимир Витальевич, это, безусловно, опытный управленец. Его в Ярославле прекрасно знают. Он долгое время исполнял обязанности первого заместителя, то есть заместителя мэра и главой района был. Поэтому, то есть, город он знает, специфику он знает. Ему в этом отношении гораздо легче, чем любому другому. И с этой точки зрения у нас есть разумные такие ожидания, что ситуация в городе, с учетом прихода профессионала в этой области, она улучшится. Я очень надеюсь, что в этой части будет взаимодействие все равно всех ветвей власти. Потому что Ярославль сам по себе не сможет решить этих проблем. Я понимаю прекрасно, что области, то есть бюджет тоже не очень, да? То есть Ярославль бюджет, ну, скажем так, на следующий год мы сравняемся доходы с расходами, да? Обслуживание долга у нас будет колоссальное. Хотя мы уже 3 года как сокращаем эти все деньги. Поэтому мы надеемся на то, что Владимир Витальевич прислушается и выстроит конструктивную работу. И признаки этого есть. То есть посещает Владимир Витальевич периодически областную думу, появляется у нас в муниципалитете, то есть взаимодействие есть. Нужно быть открытым для взаимодействия, для учета мнений. Когда ситуация, чем сложнее экономическая ситуация, тем более открытый и честный диалог должен вестись с гражданами. И ваша передача, кстати, хочу сказать, и чудесный вопрос первичный, мне очень понравился, она служит именно этому. Ну, спасибо, да. Спасибо за похвалу нам. Задам теперь вопрос Оксане Старожильцевой. Она у нас еще не участвовала в собственном обсуждении темы. Вопрос предельно конкретный. То есть вот мы много говорим про плохие дороги, и ярославцы, в общем-то, часто там попадают в те же самые ямы, да, получают там повреждения их автомобилей. Вы как юрист, вот насколько чисты в итоге иски, скажем так, насколько чисты обращения в суды раз? И что делать в этой ситуации, чтобы каким-то образом, вот, как действовать автолюбителям в этом случае, если как раз именно дорога стала причиной, собственно, повреждения их автомобиля? Отвечу, конечно, на ваш вопрос, но хотелось бы сначала ответить на вопрос, который тоже задали телезрителям. Mm-hmm. Все-таки хочу сказать, что в Ярославле, особенно в последнее время, хорошие дороги появились. Поэтому я думаю, что у нас обстановка все улучшается, независимо от того, что низкое финансирование, да, но все-таки дороги хорошие как-то появились. Теперь отвечу на ваш вопрос. Конечно, иски такие есть. Можно сказать, что их не масса, не многочисленные иски, потому что... Как правило, водители, которые попадают в такие дорожно-транспортные происшествия, если у них не значительный ущерб причинен транспортному средству, то, как правило, они, ну, будем так говорить, сами отремонтировали и поехали. Если же какие-то серьезные механические повреждения транспортного средства, плюс, если, не дай бог, мы говорим, вред здоровью причинен там, пассажиру либо водителю, то, конечно, в этом случае водители обращаются уже в суд. Какой вопрос решения данной проблемы? Конечно, все в законодательном уровне, да. Прежде всего, можно, конечно, написать претензию, да, но для этого очень такой сложный вопрос выяснить, кто ответственен за содержание данной дороги. И, как правило, здесь идут споры. Никто не хочет отвечать. Между, соответственно, городской властью, областной властью, тут еще и подрядчики подключаются и тому подобное. И, конечно, будем так говорить, гражданину, который попал в эту ситуацию, здесь очень сложно. Поэтому, прежде всего, когда гражданин попадает в дорожно-транспортное происшествие по вине, будем так говорить, дорожных служб, здесь самое главное — это первоначальное оформление дорожно-транспортного происшествия. Здесь в обязательных случаях необходимо вызывать сотрудников ГИБДД, самим даже фиксировать дорожно-транспортное происшествие, то есть полностью делать фотографии дорожного полотна, транспортного средства, какие есть, да, будем говорить, повреждения. В том числе проконтролировать, будем так говорить, сотрудника даже ГИБДД, который выехал на место дорожно-транспортного происшествия, для того, чтобы в протоколе было все отражено вплоть до содержания, да, и состояния дорожного полотна. Потому что потом, как правило, в судах идет спор о том, что... этого не было. Плюс есть такие случаи, что если это не зафиксировано, то затем...
будем так говорить, ответчик, который обязан содержать данную дорогу, то есть они ликвидируют уже ямку, уже засыпают и так далее, да, и потом, когда уже идет судебное разбирательство, говорят уже все, извините, ничего такого нет, то есть такие тоже случаи бывают. Понятно. Поэтому здесь, конечно, самое главное это первоначальные действия. Хотелось бы еще отметить, кроме вот мы сегодня обсуждаем вопрос именно ремонта дорог, у нас впереди зима, еще, наверное, будет сложный этот вопрос, это содержание дорог. Я думаю, на эту тему мы еще неоднократно здесь. Да, я думаю, что да, здесь просто поскольку у нас представители все-таки и местных властей, и областных властей, я как все-таки член общественной палаты, да, поэтому хотелось бы обратиться, пользуясь случаем, как говорится, уже сейчас, что необходимо, я думаю, что все-таки контролировать тех подрядчиков, с которыми мы заключаем договора, потому что мы помним все прошлую зиму, и что было. Да. Безусловно. Здравствуйте, говорите вы в прямом эфире, готовы услышать ваш вопрос. Здравствуйте. Вот у меня такой вопросик. Сейчас идет строительство улицы Строителей в Дзержинском районе. От улицы Панина до улицы Бабича. А вот вопросик такой. Будет ли дальше строительство от Бабича до Ленинградского проспекта? Денис Викторович, сможете ответить? Значит, планы такие у нас есть. В принципе, есть даже и понимание, как это можно сделать. Но опять мы с вами упираемся в то, что необходимо финансирование. Вот. В городе Ярославле потребность не только в ремонте, но и в строительстве автомобильных дорог очень высокая. Мы знаем с вами, что развиваются микрорайоны, строятся новые микрорайоны. Это требует подъездные пути. Поэтому, конечно, запрос он есть, понимание есть. И все-таки, опять же, надеемся в ближайшее время, что будем развивать. Еще один вопрос сразу же в продолжение задам. Просто говорили про это до эфира. Тема, безусловно, важна. Это мост через Которосль на Перекоп. Что с ним сейчас? Потому что звонков всегда много по этому объекту раздается. Людей волнует, что с ним будет дальше. Потому что сейчас он, мягко говоря, не очень удовлетворительном состоянии находится. Он практически находится, наверное, в аварийном состоянии. Все, кто проезжал по нему, либо когда-то проходил, видел и дыры в самом полотне, и отсутствие перильного ограждения, разрушено в том числе барьерное ограждение, подъездные пути находятся в плохом состоянии. Сейчас у нас идет обследование данного сооружения. В ближайшее время будет получено заключение, и дальше будет принято решение. Но большинство уже понимает, что на сегодняшний день он не соответствует безопасности дорожного движения. То есть, и если мы будем сейчас вкладывать средства из бюджетов, независимо это будет городской или областной бюджет, для того, чтобы отремонтировать только верхнюю часть, заменить верхние слои, вот, а ничего не будем делать снизу, то получается, мы просто попросту деньги выкинем из бюджета. То есть я понимаю, если так, что вы... надо подходить здесь комплексно. Полностью, как вот мы с вами ремонтировали Октябрьский мост, полностью отремонтировав капитально, то здесь именно такой подход. Это сейчас все прекрасно понимают. Будет обследование, будет решение. То есть я правильно понимаю, что, скорее всего, вы его сейчас закроете вообще для движения? Если будут такие рекомендации у специализированной организации о том, что он не просто небезопасный, а находится в критическом состоянии, аварийном, конечно, для нас жизни и здоровье наших граждан гораздо важнее. Как для пешеходов, так и для автомобилистов. То есть не дай бог там кто-нибудь с этого моста свалится. Не дай бог там поедет автобус. Мало того, что вот даже сейчас у нас было ограничения по нагрузке до 5 тонн. Но у нас есть такие водители, которые этим пренебрегают. Да, при этом подвергая себя опасности, подвергая других участников дорожного движения. Ну, к сожалению, такое у нас факты. Есть такие факты имеются. Да, согласен. Максим, к вам обращусь. Перебил вас в прошлый раз. И вот теперь возвращаясь, в принципе, вот вы для себя определили самую плохую дорогу в Ярославле? Вот с вашей точки зрения, как человека, который за этим следит, вот по велению, скажем так, души и по водительскому своему стажу наверняка, да? То есть вот есть такая дорога, которая с вашей точки зрения самая плохая сейчас? Вы знаете, Андрей, я честно вам скажу, что мне вот сложно так определить, которая самая плохая. Есть такие, в общем, их очень много. С моей точки зрения, было бы глупо, например, да, я проживаю в 14-м микрорайоне, сейчас, слава тебе Господи, значит, у нас начался ремонт проезда моторостроителей, и мы с Денисом Викторовичем неплохую коммуникацию устанавливаем, так же, как до этого с Павлом Логвином у нас была. Вот, и, соответственно, будем смотреть, будем помогать, подключаться, и обязательно я всех ярославцев призову к чему?
Друзья, у вас у каждого есть сотовый телефон. Это ваш надежный друг и товарищ. Фиксируйте все факты нарушений, как вы считаете, например, при дорожных работах. Укладывание асфальт в лужи, нарушение технологий, еще что-либо. С этим, значит, уже доказательством вы можете обращаться на тот электронный адрес, который сегодня разместит, скорее всего, Денис Викторович Зайцев. И где уже больше можно будет быстрее коммуникатировать, быстрее устранять эти недоделки. Вот душа у меня болит, Андрей, конечно, за проезд моторостроителей, но я не хотел бы показаться каким-то, так сказать... Я спросил ваше частное мнение, вы ответили. Да, да, давайте я так. Обыватель, я, давайте конечно, так. Хотел бы, чтобы все дороги в нашем славном городе были, как не, говорится, не на так ура. У нас мало времени осталось, чтобы еще несколько слов сказать про 17-й год. Вот вы касались вчера на Думском комитете этой темы. Есть какое-то вообще, в принципе, понимание, хотя бы даже самое предварительное, Евгений Николаевич? Ну, я возвращаюсь к тому, к той же теме, что говорил. Вот, на мой взгляд, что изменений в дорожном фонде на сегодняшний день нет. Вот сегодня, если говорить про город Рыбинск, вот если в Ярославле улицы строили, по крайней мере, одна из улиц, которая 900 метров дает новой дороги, в Рыбинске вообще ни одна дорога новая сегодня не строится. Значит, в Рыбинске строятся дороги, там 5 сантиметров асфальта, срезается, это все опять ненадежно. Поэтому ситуация сегодня, считаю, очень плачевна по дорожному фонду. Результат мы увидим. Сегодня можно говорить о чем угодно. Вот у нас впереди бюджет. Вот когда бюджет примем, значит, тогда будем говорить, что ситуация поменялась, либо не поменялась. Но в Ярославле дороги, вот я услышал, что все-таки действительно в Ярославле дороги поправились в последний год, например, я это вижу хорошо. А в Рыбинске ситуация катастрофическая, хотя это второй город в области. Уж говорят, самая плохая дорога, которая сегодня есть. Можно в Рыбинске очень много, а уж дорога Рыбинск-Ярославль, такое, это вообще отвратительная дорога. И сегодня по содержанию, можно так говорить, производится ремонт. И на эту серьезнейшую дорогу, где больше 20 тысяч автомобилей в сутки, наш уклад асфальт всего, знаете, вот вы поставили салоконтроль уже, всего лишь 5 сантиметров толщины. Надолго это ли хватит? Поэтому это сегодня мы какие-то заплатками занимаемся, больше ничего. Поэтому понятно. Надеемся, с приходом нового губернатора ситуация поправится. Алексей, ваши ожидания от следующего года? Так, я думаю, что ситуация не изменится, потому что, во-первых, большая дыра в дорожном фонде, очень большая. Подрядчики, между у них, большинство подрядчиков, есть финансовый разрыв между объектами. Это как? Значит, они берут кредиты, выполняют объекты, да, а потом уже в течение там полугода, или как сейчас уже в течение года, потому что в этом году заключались контракты, уже срок выполнения у них был, там, допустим, сентябрь месяц, а сроки оплаты идут уже 17-й год. Фактически больше года уже получается финансовый разрыв. Понятно, понятно. Михаил, добавите тоже. Да, хотел вопрос. Прокомментировать то, что касается подрядчиков, наверное. В прошлом году выполнение вот на 9 месяцев, да, 2015 года у нас было всего лишь 21% из дорожного фонда. В этом году на 9 месяцев выполнение уже 54%. И здесь тенденция хорошая, потому что и заказчик, и Денис Викторович, и город, и наш дорожный транспортный агентство контракты разыгрывать стало раньше. Нет такого, что, как было, в июле разыграли контракт, и только в сентябре, в октябре подрядчик выходит на объект. Сейчас эта ситуация немножко улучшается, но надо ее продолжить в этом направлении. Но у нас есть еще и большая беда с проектами. На сегодняшний момент те проекты, которые выставляются на торги, они в лучшем случае двух-трехгодичные. Иногда уже устарели, уже поменялись нормы, правила укладки, и в то же время, если затрагивать благоустройство, этих вещей просто нет. А контракт есть, и от него невозможно отклониться. Да. На самом деле, можно еще множество тем обсуждать. Вот лично для меня сюрприз итоги голосования, которые сейчас, собственно, можно увидеть на экранах, все-таки 18% видят хорошие дороги и ездят по ним. Для меня, честно говоря, цифра удивительная. Я думал, что будет результат где-нибудь 5 на 95. На самом деле, вот это показатель, что все-таки мы движемся в правильном направлении и будем двигаться дальше. Надеюсь, будем ездить по хорошим дорогам в Ярославле и других городах Ярославской области. С вами был Андрей Иванов. Это было ток-шоу «Лабиринт». До свидания. Увидимся через неделю.